20-летний Сергей Полунин раскрыл имя первенца. Артист балета и 25-летняя фигуристка Елена Ильиных удивили фанатов своим выбором. Влюбленные впервые стали родителями еще 16 января. Но только спустя полтора месяца они рассекретили прибавление в семействе. Сергей и Елена почти одновременно опубликовали снимок, сделанный во время беременности спортсменки. Имя малыша оставалось неизвестным, но теперь пара раскрыла имя сына. «Два дня у нас ребенок жил без имени. Мы по-разному назвали малыша и смотрели на его реакцию. Когда сказали «мир», он откликнулся», — пояснили новоиспеченные родители. Поклонники засыпали поздравлениями счастливую пару. «Счастливый малыш. Выбрал таких замечательных и гениальных родителей. Боже, ну какие вы красивые. Счастья вам бесконечного, это так прекрасно. Волшебство новой жизни. Искренние поздравления», — написали фолловеры. Возлюбленная Сергея Полунина поделилась чувственным поцелуем. Танцор и фигуристка снялись в откровенной фотосессии. Влюбленные показали свой романтичный отпуск.